всех, кто сочиняет в России песни, есть песня в памяти Высоцкого, есть она у меня. Я очень долго стеснялся ее петь. То есть я вообще не хотел как бы становиться в этот ряд. Вы знаете, то, что о Высоцком писали все. И там Городницкий, и Акуджава, и за границей, и у нас. И это были очень искренние стихи. И масса народных этих было стихов. И казалось, что ты встал просто вот, ну, со всеми другими в какую-то очередь большую, да. Вот. Но у меня была эта песня, и мы вот сидели с его сыном, с Никитой. И я, приняв несколько рюмок, осмелел. Знаете, как у Гоголя, Акакий Акакиевич выпил 2 бокала шампанского и заметил, что в комнате стало почему-то веселее. Ну, вот я тоже выпил несколько рюмок водки и осмелел. Я говорю, ты знаешь, ему, а у меня есть тоже песня «Память твоего отца». Вот вы видели его лицо. Вы знаете, вот как мастер Маргарите, когда этот Иван Бездомный встречается в сумасшедшем доме с мастером. Вы кто? Я поэт, гордо сказал Иван. О, как мне не везет, огорчился. Вот тут то же самое. Я думаю, он сейчас начнет думать, этот начнет пил, сгорел, курил там, не знаю, чего вот это, все это такое. Ну, значит, там стояла гитара, и я с дикой скоростью проорал эту песню. Он ничего не сказал, значит, мы расстались. И я думаю, ну какой же я идиот, а? Вот все-таки знаком с Никитой Высоцким, вроде хорошо ко мне отнесся. Сейчас будет думать, что еще один, который, значит, лезет. Ну, кто дернул меня, вот, ну хотелось, понимаешь? Вот, а на следующий день мне позвонил, говорит, знаешь, мы открываем выставку 30 лет без Высоцкого, вот спой свою песню, которую он мне спел. И для меня это был вот такой момент, знаешь, вот как говорил Цвейк, звездные часы и человечество. Для меня это был момент очень, могу похвастаться. Потому что для всей страны он был просто Володя, и именно про это вот эта песня. Нам каждый день, как пули свист, как дрожь, придавя полетом, когда какой-то террорист нам выпишет обходный лист туда, где ждет апостол Петр. А раньше мир был серым, ловили что-то по свободе, и я завидовал всем тем, кому Высоцкий был Володя, кому Высоцкий был Володя, и кто и как предскажет мне, что не придет однажды утро, и я проснусь в другой стране, где все проклятия Заратустры гражданской выльются в войне, и воцарится липкий страх, тот, что почти исчез в народе, и вспомним мы о временах, когда он просто был Володя, когда он просто был Володя. И будь я пьяный или трезвый, но глядя на телеэкран, я вдруг пойму, что выгнул стан ветхозаветный зверь из бездны, и жизни кончен караван. Огонь небесный или волна поглотят все, что есть в природе, и пропадет моя страна, та, что звала его Володя, та, что звала его Володя. Но сквозь пророчество сивил и ожидание цунами мы вспомним, он меж нами жил, и нам, конечно, хватит сил, чтоб не согнуться под ветрами, сияет нам его звезда на синем русском небосводе, и мы не сгинем никогда, поскольку нам поет Володя, и мы не сгинем никогда, поскольку нам поет Володя.